Во время новогодних праздников прошло 8-е ежегодное семейное ралли «Батя». Старт участников состоялся в 12 утра на Поклонной горе, а финиш – в селе Остров. Впервые ралли было организовано в 2013 году. На тот момент оно являлось первым любительским спортивным семейным состязанием. У нас было всего лишь 27 экипажей, и через год случилось невероятное чудо, что настолько всем понравилось, что все захотели, чтобы это вновь состоялось. И нас гостеприимно приняла рыболовная усадьба «Остров». Движение проходит по улицам Москвы и Подмосковья, конечно, строго по правилам дорожного движения. Участники получают наклейки на машины и дорожные книги с ориентирами, по которым экипаж ведет штурман, который должен быть не моложе 12 лет. Ну, очень большая ответственность, то есть, как бы, на тебе лежит в основном все, потому что водитель, как бы, зависит от того, как ты его поведешь, так он и поедет, то есть, скажешь налево, он поедет налево, скажешь направо, он поедет направо. В этом году в ралли принимало участие 59 экипажей. Финишировавшие семьи разместились в банкетном зале рыболовной усадьбы, где смогли перекусить и отдохнуть. Для детей нашлось немало занятий – гонки на игрушечных машинах, рисование. Все ждали результатов состязания и делились впечатлениями. Мне очень понравилось. Мы были с сыном, и сам процесс это очень затягивает. Интересно, держит напряжение, такое какое-то приятное чувство, особенно, как, если можно сказать, послевкусие. Мне очень нравится, очень здорово. Вся семья в восторге, и мы для себя решили, что по возможности, конечно, это будет наша семейная традиция участвовать в ралли-бате каждый год. Помимо наград за победу, участники получили призы в различных номинациях. Ни один экипаж не уехал без грамоты и подарка от организаторов. Ведь девиз ралли – семья – это дружный экипаж. Когда семья преодолевает какое-то серьезное испытание, оно непростое, проверяются какие-то качества, да, семья как раз учится и видит, как взаимоотношения внутри семьи влияют – хорошо или плохо. Домой все команды отправились с приливом новых сил и энергии, ведь провести время с родными в небольшом путешествии – это уже настоящая победа. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.